Сколькими способами можно поставить на шахматную доску белую и черную ладьи, чтобы они не били друг дружку? А, я понял. Да. Первую ладью, которую я поставил, она может ставить 8 разными способами. Неверно. 61-я ладья может ставить 64 разными способами. Конечно, 64 варианта. А другая 63, надо поставить. А другая, каждая ладья бьет, считая поле, на котором она стоит, ровно сколько? 16 клеток. Неверно. А, нет. Ровно 15 клеток. А, 15. Каждая ладья 15. Бьет, считая... 1 плюс 7 плюс 7. Да, и что? Надо вычесть, получается. Да. 64 минус 15, это 59. 59. Получается... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 64 минус 15, это 49. 49. 49. Это будет 49. Первая ладья может стоять на любом из 64 полей. Да. Вторая, эта первая ладья бьет ровно 15 полей, считая то поле, на котором она стоит. Да. Значит, для второй ладьи остается только 49 мест. 64 минус 15, 64, да. 64 минус 15. И значит, для того, чтобы найти ответ, надо перемножить. Какие числа? 64 и 49. Молодец. Но мы это делать не будем. А между прочим, вы знаете, что такое 49? Это 7 на 7? Да. А почему? Сейчас. Вот вы это считали как 64 что... минус 15, а можно было как 7 на 7? А потому что мы, получается... А, я понял. Нет, это то же самое, она стоит в любом поле, то же самое, что она стоит в углу. Получается, она отрезает вот такую полоску. Ну, можно так. И там получается... А можно так, она запрещает одну горизонталь... И одну вертикаль. И одну вертикаль. Остается 7 горизонталей, 7 вертикалей, а 7 × 7 – это как раз 49.